Администрация Северского района продолжает посещать поселение муниципалитета с выездными приемными. В этот раз глава района и его заместители, руководители служб и управлений пообщались с жителями Новодмитриевского сельского поселения. Людей интересовали проблемы, связанные с нарушением правил содержания животных, реконструкцией памятника в станице Новодмитриевской и строительстве часовни на территории кладбища. У нас длительное время вопрос по строительству часовни на территории кладбища, при кладбищенской часовне. Длительное время он у нас в таком нерешенном состоянии находится. Теперь, конечно, есть какой-то определенный срок поставлен решение этого вопроса. Вот. Ну и это уже обнадеживает. Ну, будем надеяться, что решение будет положительным. Также граждане обращались с вопросами о строительстве новой школы, предоставлении мест в детских садах и их количестве. Особо острый вопрос в поселении – газификация новых улиц. Там, где мы проживаем, газа нет. Так как сейчас есть постановление президента о бесплатной газификации подводных домам, мы пришли и узнали, какие планы у нашего руководства, в администрации. Нам сказали, что обязательно этот вопрос поставить на контроль. Будет дано поручение соответствующим службам, и нам ответят. В принципе, нас вопрос, ответ нас устроил. Ждем положительного результата. В конце встречи с жителями глава Северского района Адам Джерим подвел итоги приемной и обратился к коллегам. Коллеги, кому описаны, значит, карточки, я прошу внимательно изучить проблему. И, естественно, должен быть результат наших поездок, что вопросы решаются. Очень важно. Всего рассмотрели 12 вопросов, каждый из них поставили на контроль.